Основное богослужение прошло в Краснодаре в соборе святого князя Александра Невского. Этот храм считается главным для кубанского казачьего войска. Вместе с казаками и прихожанами службу посетил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Богослужение в честь завершения Светлой Седмицы в войсковом соборе святого князя Александра Невского провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.